Не надо. Но... Потому что ставлю рыбу возле звезды. Ешьте. Алдеран с пекой был. Пойдем сейчас на Вальку 6 шелов, 5 группа и Алдеран. Алдеран и ДЦ будете на рейде, 4 шамана будут хилить Валю. Да сколько можно АФКш? Дайте баф. Лапу просто баф, дайте. Я присмотрел. Ставьте шкаф. Экзорцист, поставь шкаф, пожалуйста. Ладно, иди, иди, оставить. Есть шкаф? Шкаф, шкаф, дай, пожалуйста, шкаф, лох. Каски нет. Меня слышно вообще, нет? Дэймос, я тебя суммоню. Ага, не суммоню. Поставь шкаф, пожалуйста, я у тебя кадетов. Давай, давай, тут. Тыкните на сон. Раздавайте баф. Принимай само. Дай каску. Я все понимаю, нафига мне кулак? Что за проблема у нас сегодня с бафом? Можете раздать вовремя, все. Перед каждым боссом смотрите на бафы, если кого-то у вас. Последите себя дома, там, я не знаю. Проверяйте, обновляйте баф. Поклонские каски, кислые как кулаки, Изабелла Кристи. Раздайте, чернот, шаман с пятой группы. Мы только что его персомолили, у него бафа вообще нет. Дайте ему баф. Еще раз повторяю. Бежать 4 шамана. 4 шамана хилят Валю. На рейде остается Алдеран, Вердру с пекайсом и ДЦ. Дайте приста баф и лапу. Давайте вам печеньку на челнок поставлю, будете за печеньку в порталах летать. Чек на пул. Приста баф. Мне что, начинает ГП давать за то, что вы не можете баф раздать или что? Почему просто? АФК, может, ты забыла АФКшит? Нет, он не АФКшит, это вообще честно. Надо вас учить как-то раздавать бафы вовремя и правильно. И каждый раз не напоминать об этом, потому что вы сами не можете это сделать. Но я тоже немного начинал уже поражаться с половиной. В начале рейда еще ладно, там, может, не запомнили, сейчас-то уже в который раз. Да не надо монорейд вместо кулака, у нас три половины. Один раздает монорейд, второй кулак. Начинайте. В порталах хилыч. Все шаманы летают в порталы за печенькой. Эрдру и ДЦ остается хилить рейд. Танки те же остались. Изабелла, дай крест, пожалуйста, по марки-фырке. Приз пятой группы. Пятая группа приз. Он один вообще приз в рейде. Бьем мага слева. Каз, давайте магу. Все хорошо. Да молодец. Бейте череп. Он уже стоит где-то дома себе для удобства. Чтобы не искать там кого-то, а видеть, на ком есть бафы, на ком нет. Слева маг идет, бьем маны. Сбиваем ему касс, чтобы он не замедлял хилов, который заходит в форт. Ху тоже сбиваем там. Забейте на жирного, смотрим подавление сверху, справа сверху, бейте подавление справа сверху. С другой стороны вы увидели, осталось сверху нет, бейте в фантом. Череп справа выше. Один я его бушу.
слишком далеко. Мага слева бей. После следующих роз. Ты можешь сам дать роз. Ну да, ты просто предупреждаешь. Маг слева вышел. Там по хилам бегает слева маг. Заберите его. Хилы, увидишь, на вас бежит, там этот танк не замечает. Бегайте куда-то. В сторону танка бежите, чтобы он смог, ну, смог забрать вас. Череп слева бейте. Залейте червяков. Мага справа. Не достаю. Блэкфрики, можешь дать гимн на хп? Герои, еще немного. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Я думаю, можно не заходить в порталы, да, можете просто захиливать. Захиливать. Не заходите в порталы, просто захиливайте. Подавили подавление, бьем справа, сверху, слева, снизу. 5% осталось захилить, просто хилить, никуда не заходить. Там четко, стаки кончились. Вальку захилить. Поднимите меня, чтобы я лут раздал. Хороший лут. Тупо все на ШП мага. Нам канион. А не, почти. Какие курольте спину на РДД? Че, никому не нужна? Ага. На милика пояс. Ира себе. И балутов. И все они колбы ловили на профи. И грудь ловил, не надо, да? Только все равно колбы нет, но не ловил. Грудак там мага не нужен. Заходите там в уголочек, ставьте шкаф. Может, сделаем. А гримар, не стой, побежали за мной. Расстроился, что шмотку не забрал. Ничего страшного, не последний рейд, надеюсь, у нас. Гильдия, еще расходник заберешь. Ходите регулярно в обычки, быстро-быстро денег. Можно на минуту отойти, только не всем сразу. И, ну, можно отходить только на минуту реально, там, если вам куда-то нужен, там, туалет срочно. Не надо отходить на 10 минут, что я буду уже чек на пул делать, пересобираю, вас все нет. Так варенька не буду делать. Подолго. Он до сих пор любит так делать. Сейчас недолго отойду, минут 10 нету, как минимум. Блять, пойду дверь открою. Духстав, бери хант. А гримар, где ты там? Ты же со мной. А, ты ждешь следующего. Они должны прорваться к себе. А тебе что, локом ничего не нужно? Можешь оставаться локом до шкафа? Нет, стоп. Это группа, кем вы?
стою. Слишком далеко. Сейчас. Пипец, что-то писал. Наверх поднимайтесь все сюда, за звездой, тяни. Уберите шамана, уберите тотема. Антисептик, убери тотема снизу. Наверх поднимайтесь, не со ступенек уходите все оттуда. Эллен Вуд, ты тут? Почему ты стоишь там внизу? Идите со ступенек, там накроют стеной вас, чтобы там не сдохли, чтобы вот не рыбак, наверное. Отойдите звездочку сюда подальше, стоим в одной точке, хилимся. Отойдите оттуда чуть-чуть сюда, ступенек подальше. По мне там бафы потом обновите, упал на пальку. Ну пас, это идеально вообще. Спускаемся вниз, только сильно далеко не выходите, не спустите босса. Обновляем бафы, дайте там каску по ханту, дальше звезды не становимся. По звезде дайте баф. Я упал на ванке. Каску мне, пожалуйста, приставал. Еще раз повторяю, по хилам. Пятая пати, все хилы. Вместо совы у нас есть Эллен, Челнор. Будет там да друга. Ты в Эллема или что? Да, ты в Эллема. Ты в Эллема, пятая группа, все хилы, пять хилов идем. Экзорсы сможешь в Африку спервить, у нас Эллем есть. Можно настроился хибить. Поклонская, дай мне каску. Дай всем каску, там еще просят хан, каску и так далее.
Есть рыба? Последняя, кстати, осталась. Про слева от звезды. Все, каски вам раздают. Сейчас мне дали, значит, вам дадут. Чек на пол. Вам сейчас дадут каску, он раздает каски. Принимайте готовность, каску он даст. А гримаж готов? Поклонский, да, раздавай там каски. Да, Виктор, раскидывайте. Вот, начинай. Так, много стаков не набирайте, там сильно. 25, по 40 не надо делать. Фильтр рейд. Тяжко сейчас будет готов. Беги, малышка, беги. Жаль, далеко от босса беги. Похнет же так. На трех хилах освобожденка снова. Смотри метки, все бежим наверх. Метки вниз. Метки между собой рейндж набирайте. РТД бейте самый правый, слева падает. РТД бейте самый крайний. Самый левый, самый правый бейте РТД. Великий центральный. По центральному стоп. Сразу по центру падает глыба. По центральному стопните. Не стопните дома, вообще не бейте. Право падает за глыбой там. Ту глыбу подбивайте, где глыба падает. Где бомба. Слева далеко падает. Печеньку не бейте. Левый дофейте. Три хила освобожден. Много не стакать там сильно. Там 5-6 можно. Надо больше так, 10 лет, да. Беги, малышка, тяжко побежали. Таунки босс. Уверен, ты напуливаешь вообще на бой, да, это что-то огромное можешь поставить. Бежим наверх, метки вниз. Метки между собой рейндж наберите. Центральный, слева далеко падает. Горн обновите. Слева падает близко между... И центральных, РВД бейте самый край. По правой стоп, по правой стоп, по правой вообще не бейте. Не бейте печеньку вообще. Уйдите из печеньки. Печеньки уйдите. По центральной стоп. Стопните по печеньке вообще, не бейте. Бейте самым там левую, сколько там минут. А все остальное. Потом босс идет. Сейчас переводите босс. На трех хилах освобожден. Ты сейчас агро сорвешь, хан. Фаза пошла. Первый под босса.
Потом зашел в сторону, когда я скажу, отойдите, пейте. Тут просто много настакали, пусть поснимают. Второй подбосс обязательно. Чилл БДСМ подбосса. Подбосса притяжка будет. Отойдите от подбосса. Сейчас будет притяжка. Третью в сторону, потом следующую подбоссом. Не добивайте этот склеп. Ждем притяжки, спрячьте за склеп. Добивайте до пол хп. Следующий в сторону, в левую. Тот добили. Красавцы. В сторону. Длинухи в сторону. Рост дайте. Дайте рост. Поконский, ты тут? Давайте под босса буду скидывать. Алдеран под босс. Алдеран под босс. Кис под босс. Тогда добивайте склеп слева. Билики, бейте под босса. Как там варк дох, не знаю. Следующую сторону. В сторону выйди. Выйди в сторону, влево. Эти боссы. Падал. Следующий под босс. Бейте босса пока. Даринон под босса. Уйдите из-под босса. Ушли все с под босса. Даринон останется. РДД, бейте склеп слева. Склеп слева, РДД. Милики под босса, бейте склеп. Убивайте, сейчас кастанет добьете. Уйдите из-под босса. Ушли из-под босса, все, сейчас каст будет. Следующую сторону добивайте босса. Экзосы в сторону добивайте босса. Долго разбиваете РДД слева склеп, когда я говорю, люди, а тут душ, я дох. Все, добивайте босса. Конечно же, дохнуть этой души. Обморожение ледяная аура, обморожение ледяная аура. Кого-то вообще не хилят. Тольчик, часы. На ок, нужен кому-то? Ячейку защитника, воин, охотник, шаман. Еще одна защитника, воин, охотник, шаман. Ну, я Эйлен Вуду отдам хаба, потому что туда пошел забрал. Блин, ну ты меня обидишь. У вас роллы нахуй. Так я что ж погон. Что? Ну, не везет тебе на ролл, что поделать. Ролл — это дело такое, поэтому и ПГП иногда, в некоторых случаях даже выгоднее. Если ты на постоянной основе ходишь с гильдией в рейды. Там уже рандомно так решают. Но выходишь... Мало слакаешь, по-любому что-то заберешь, если это шмотка конкретно тебе побед, которая тебе нужна. Давайте всех лечу побыли. Стай, можно играть. Перкайся в сову. Найдите пало бафы, пожалуйста. Ешь рыбу, там отпиваем оно. Бафы обновите. Там три человека упало. И все вары. Мне кажется, вы много стакали, и поэтому сдохли.
успел, там на урон упал. Я 10 стакал. Там от обморожения много получали. Причем там на 3 хилов освобожденка по 40 кидалась. Да, они вас не подхиливали сильно. Пятая группа это хилы. Брекифрики подиспели с чумы. Отлично. Все, брекифрики подиспели чуму. Пятая группа хилы, остальные ДД. Альдеран в сове, челнош в элине, чек на пол. Все кружки по станю. Я думаю, валик вы сможете сливать нормально. Запустил лича. На вальках самое главное, когда летят вальки, у вас всех есть тайминг. Ханты вы льете. И в ловушку. А не забывайте это делать, чтобы они были замедлены. Теперь они уже должны быть замедлены. Дуруем тебе быструю смерть. Просто не больше. Стан. А, а со стана не замедленный. Что вы говорите там? 92,5. Поставил на себя звезду. Мелизона стоит здесь. Вот сзади держал. РПД стоит вот здесь. Вот где черепок чуть дальше. Ближе к краю станьте. Вот так. А вот меньше бежать было на переходке. Почему вы носите под спину шаркарю? Не к протопалу, а под спину шаркарю. Это разные вещи. 7 секунд до боя готов. На переходке. Не забывайте сверки подбивать. Ну, ханты тогда будут сверху нас бить. Шапай точно. Шапай забираем. Падает. Масик. Стоял, чума, чарж. Кто-то не забирал, Вургула. Забери лич. Еще он туда, не бегите, мне. Мальчик, на вас перейдет, нет. Поставил там, не забирал. 5 секунд готовы. Он гоняет чуть-чуть дальше. Па, уверенный чума. Фейл, диспейл, возвращайся. Почему не диспейлишь? Алдеран, подними их ханта. Пырки, давайте. Шаркаря второго забирают. Снимайте искупление ханты по возможности. Чума 3 секунды готов. Процент до фана. Я вынесу чуму, сам диспелю. На край бегите все сюда. На край, на край. Наберите рейндж. Забирай духа сейчас. На пульте духа. Ханты на сверхах следите. Следите за сферами. Рассредоточьтесь. К мелизоне РДД хилы не подходите. Даже с собой рейндж максимально наберите. Кифырки, можешь гимн на ману, да? Ставим. Следующий дух. Про сферы не забывайте. Прилетает для круга сфера, если можете. Не раньше, не помню. Не теряйте дамаг сфер, но... Сфину дали на пул, потом можно бить. Сфера не сбежит. Шарик. Ну а когда добывай сам себя, не свой лишь попал. Сфера не забываю. Всё, возвращайся прям. Что забирать гневного? Забери гневного. Все, пусть поклонки держит. Вот, все, пусть держит. Ну конечно пусть держит, там ты КД, блядь. Уйдите из-под рожи. Повезло. Ставлю на себя звезду. Сзади вас должна быть стрелочка. В центр самый старый. Встаем в звезду, ни влево, ни вправо. Сзади вас стрелочка должна быть. Вы должны лететь на эту стрелочку. Там ты, не забывайте про ледяную ловушку. Первый дайте. А, КДМ. Ладно, все, ничего. Бейте, валик. Дайте стан. Сквернение 5 секунд. В центр не бегите. Выносите сейчас осквернение. Взрывы со сквернением. Плеча в центр.
звездочку становимся. Сзади вас, сзади вас должна быть стрела. Стрелочка на круге посмотрели сзади вас. Вот вы на нее полетите, сзади локовский портал. А стремление сейчас выносим, выносим вправо. Номер в рейд включается влево. Один человек со лужи выходит вправо. Весь рейд за звездой влево. Смотрите, как будет. Готовьтесь к осквернению. Стоим до осквернения в одной из точек. Поклонский вправо, остальные влево. Вот, красавцы. Ловушку надо было ханты поставить. Есть. Можно делать такое. Спайте здесь, сейчас в центре не бегите. Стоимся на крае, остальные. В центре не бегите. Вышли из центрального круга все. Остальные там не льем. Оскорнение 3 секунды, вышли из... Да, это центр, двое сбились оскорнение. Иди в центр, еще валик побьем, еще страшно, у нас время включит. Звезду встань, звезду с этой стороны. Давай, кучнее, ближе к лечу. Там ты встаньте ловушки, бьем валик, а зовем валик, потом леча. Леча веди, потом оставишь его на кругу. Давайте валик подобьемся. Решам труса. Да убьем их. Оскорнение 5 секунд. Переводите. 1%. Вынесите это, не залейте. Уйдите от подлеча милики. Все, не будет оскорнения, все на край. Наберите сейчас рейндж, РДД хилы в мелизону, не подходите. Будет забирает гневного сейчас. Ушли из-под морды гневного. С под морды гневного уходите сейчас. Дайте ему набрать угро. Фанты на сферы. Вы можете там договориться по очереди на пол гневного, да. Ну, у РТ Гера не стоит, не болеет. Может тебе собирать? Да, если не будет. Тогда гневного нового сразу, потому что у нас ДПСа хватает, нового мы уже сразу можем начать подбить. Следующего заберешь Поклонский. Бой, не забирай следующего, потому что пусть он держит и не так хватает. Да все равно, типа, хватает. Сферу добили, не бегите на сферу. Добиваемся гневного, леча на край. Гневного, пьем гневного, он сам прибежит лично. Цель жнеца, жатвы, точнее, Леона, захильте. Не бей каст, Леон там обязательно. Добиваем гневного, сейчас лич докастует. Жди, пока докастует. Вот. Бежим потихонечку, за лечом, на ногу. Отстранение, блин. А с Герой добьем его. 5 секунд остановил. От него. Уйдите от него. Иди на. Так, протопал хлопай духом. Кильте протопала. Не забывайте эти видео. Все, иди на след, на другой экран. Чего не попал? А осквернение 5 секунд. Может раньше кинуть, не по таймеру. Выйдите из-под леча. Эйрики там. Рэндж. Ленвуд. Осквернение. Все, на другой край бежим за лечом. Все за леча, встань. О, пойди. Стояла хильти. Все, бежим на том край, на том краю добьем уже. Осквернение 5 секунд. Готовьтесь, осквернение сейчас вынести. Алдеран, осквернение. Идите из-под духа, ушли. Смотрите на леча, смотрите на духа. Ушли из-под духа, потом можно бить. Давайте. Чуть-чуть не передамажил, это... А, но у него леча 4 лям. Перед вами сильнейший из моих слуг. Ваши сгорели в пламени вашей ярости. А кто такой Аризон? Кто? Аризон какой-то из гильдии. Что движет вами?
Прям как Лич сказал, не знаю. Тут вроде не было, да, сильно много АФК, да, но все равно как-то долго шли, потому что вайпались. А вайпы были такие? На трэше в основном. Ну, вайпы у нас такие были технические, там, на профи вайп, потому что... Ну, изначально, конечно, мы не вайпались из-за того, что Куглу там не мог пить в луже, а потому что после хилы ловили колбу, точнее пельмени. Или колбы, в конце там уже. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот пойдет от их рук. Я сейчас попробую собрать Геру, наверное. Не знаю. Похоже, чуть-чуть. В 19? 19, 19, 10. Пусть там все позаходит. Ну, онлайн 37 человек. Но некоторые там где-то на БГ. Это просто даже нашел на ссылку поколупаться. Дай мне силу. Только надо заходить, естественно, на нормальных персонажей. Если вы вредно хочешь пойти, то нужно заходить на хотя бы 6 каш, чтобы у вас было не вагоны идти. У тебя проблема еще иногда с ребафом рейда. Когда я вижу, что Марки Фурки пишет, мне нужен монорег вместо кулака, а монорега нету, а его ты даешь. Вот я и думаю, что ли у тебя хорошо там? Нужно привыкать давать баф. Если вы даете баф какой-то рейду, с самого начала я сказал, всегда нужно следить за бафом. Это ваша обязанность. Рейди. Не тебе, я Изабелле сейчас говорю. Разраливай.